Маши. И хорошо, Матео. Второй номер. Второй номер. Так. Второй номер делай. Пашина. Выше захват, Маши. Еще раз, вы будете в среду это сдавать.
И опять, если у вас не будет роста, физически все, то есть техника, физика, теория, то я не смогу вас дальше оставлять. Я беру результат, иду к директору. Она говорит, смотрите, у него поворот был 5, остался 5. Я буду вас тестировать каждый день. Посмотрите, у него было 5 отжиманий, сейчас 2. Смысл ее держать, Сергей? Я начинаю говорить, нет, человек работает, человек делает. Болел в это время, не болел. Могу согласиться тогда. То есть, видите, ко мне приходит... Эй! Разрешение? Нет, все. Нас спрашивают разрешение, мой дорогой. Еще раз показываю. Посмотрите, чем сильнее вы будете дергать, тем он будет жестче стоять. Что нужно делать? Просто спокойно идти. Раз, раз, раз на локоть, нажали сюда. Оп, развернулись на месте. Оп, и он туда упал. Я шел сюда спиной, а теперь я сюда разворачиваюсь, теперь лицом. У вас все, все так перейдет. Пошли вот здесь разминаемся. Вот здесь, вот тут, вот тут. Нет, вот не надо бегать. Рядом. Вот здесь, вот тут бегать. Вот такой здесь у вас. Да. Как мы сейчас работаем? Аделина сюда. Вместе с ними разминаешься. Артем, все получил. Разминаешься. Кристиан, ну хватит. Туда. Нет, ты не разминка. Еще раз показываю. Девочки, мальчики, становитесь вот так. Да, обратно. Посмотрите еще раз. Аделина, туда разминаешься. Потом. Аделя, потом. Я сейчас занят. Я объясняю. А я слажу. Еще раз, Идем. Раз. Бросок. Вот. Давай. Встал. Теперь ты меня бросаешь. Вот ты убери, пожалуйста. Теперь ты меня бросаешь. Раз, два, и. И так нет, в эту сторону. Мы все выключим ваши. Ваши. Куда бросать? Да, у меня сюда упал. Что ты меня бросаешь? Простивал. Я готов поехать в сыну. Да. Спасибо. Я могу плачу, пойдемте. Девушка, Вика, вы здесь вдвоем. Вика, здесь. Вы. Здравствуйте. Эй. Что там? Пришел, надо говорить. Вон сделал. Здравствуйте. Разрешите зайти. Вы там уже занимаетесь, а ты только пришел. Твой класс уже занимаюсь. На уровне. Тренировка 2. Может, мне тоже перебить? Тренировка Лаура Доль. А третий только шапки вверх. Эй, Григорий! Вот сюда! Вот сюда! Без пояса! Туда! Вадим, сюда! Пошли! Один раз ты, один раз ты! Андрей, сюда! Пошли! Пошли, разминаемся! Что ты смотришь? Пошли! Не бросок! Вика, идешь назад и бросай! Вот так! Потом меняемся! Потом меняемся! Второй номер! Да, что ты ходишь? 10 лет занимаешься, они делали! Пошли, разминаемся! Кристиан, грязный, грязный, Кристиан! Вика, разминаемся! Так, ну, надо придать ускорение! Ну, давай, разминаемся! Аделина, так что я включишь, еще что-то другое. Ну не все, я вам напишу. Идите, пожалуйста. И все. Старик, могу только я. Хорошо. Пошли, пошли. Сначала отмечаемся, потом дружим. Еще
еще раз, пацаны, пропустил занятия. Экзамен принимаю, но не ставлю. Пока не отработаете каникулы, я буду здесь. Приходите, качайте, двигайте кровь. Я буду проверять. Нет, пока не отработаю. Ну, я не вижу там. Любой. А где вы на кое, а не на юнонике? Работаем. Работаем. Вот так. Пошли, у вас 2 минуты еще раз минка. На снарядах, чтобы вы сделали 600 раз. 50 там, например, живет. Кто-то. Куда ты, эй? Где Лухва? Что с тобой? Простите, что с ним? Разумею. Ты у нас занимаешься, лицей? Что ты садишься? Знаешь, оценка ниже будет там.
3, 4, 10, 11, 12, да, отлично, поставлю больше. Дальше, страховка, назад, вперед, вправо, влево, слинка, дряпка. Дальше, растоголение на инке. Той, третий, раз, два, три, то, что мы сегодня делаем. Бросок, рукая. Мы делаем какой бросок, выведение за равновесие в движение. Раз, два, оп, и бросок. Дальше. Эй, Петре. Все, закончил. Ну, уходи тогда. Да, и кто тебя трогать не будет? Вот сейчас, все, разговоры. Исходное положение, стойка фронтала. Стойка фронтала. Здравствуйте, Гатович. Здравствуйте. Стойка фронтала. Макс, ты переодеваешься и здесь. Не иди туда, чтобы... Хотя нужно тебе послать, а то у меня достаточно надо выигрывает. Смотрите, стойка фронтала, помните? Так, партер СУС. Высокий партер. Низкий партер. Ближе локти, локти к коленам, коленам. Вот так. Лечь на живот, животик, лобушка. Правильно лежишь? Нет. Ручки под себя. Ножку согнуть в колени. Одну. Посмотреть на нее. Ножку в колени согнуть. Ложись на живот. Одну ножку чуть-чуть на бок, одну ножку в колени согнуть. Посмотри на нее. Вэй, нога там у тебя, посмотри на колено. Ложись. Ногу согнуть в колени. Ой, высокий партер. Ну как я объяснял опять, когда каждый раз объясняю новичка. Лечь на спину, спина. Положение на спине. Вот так. Вот, руки здесь. Вот так, умница. Так, вот, правильно, хорошо. Так, и еще одно положение. Какое? Раз, два, три. Вставай. Значит так, ты высокий партер, высокий партер, высокий партер. А с этого положения редко, то есть из него хорошо делает прием, называется болевой или стангулярий. Значит, что я делаю? Луксарий это удушающий, стангулярий болевой. И мобилизарий это удержание. Посмотрите, что я делаю. Я сажусь на локоть на коняшку, забираю какашку, руку, он сгибает руку. Не сильно, просто опускаю голову, переношу ногу и иду назад. Сейчас я буду падать, не упирайся. Руку убери. Сюда, вот так. Смотрите, я что делаю? Сажусь. О. Дальше. Руки в замок. Руки в замок. Руки в замок. Замок. Я. Подивитесь, что это. Ну, замке. Возьми замок. Смотрите, я сажусь, захватываю мэна, ноги скрестил, не лежу, а сижу. Отсюда я держусь. Дальше. Этой рукой держу локоть, а этой показываю болевой. Вот это болевой. И ложиться. Если ложиться, пока не надо. Если в этой ситуации он должен попить. Или рукой, или ногой, или крикнуть. Чем? Как нужно кричать? А-а-а. Нет. Болею! Болею! Высокий фактор. Двига. Покажи. Раз, смотрите, запотела ножку. Перенесла ногу через голову.